Всем привет, мои дорогие. Давно вам не показывала нашего малыша. Его игрушка упала, и он пытается ее достать. Такой сладкий. Такой сладкий мальчик. Вчера вы были у родителей. Он скучал, какое-то было у него настроение. А сегодня... Ой! Мавиш. Я ваш Мавиш. Я ваш Мавиш. Я ваш Мавиш. Не пьюсь, нашки. Си не пьюсь. Хочет поднять ее и не знает, как это сделать. Прыгать на ней, прыгать. Он просто обожает эту игрушку. Его друг. Мы с Ашким, а он с ней. Артист. Мавиш, не пьёрсун, сын Мавишок. Сын не пьёрсун, Мавиш. Не пьёрсун, сын пьёрсун. Ты любишь её? Любит её. Продолжай, мой зайчик. Продолжай, мой умный мальчик. Моя птичка, мини-машкым. Акылым, акылым, акылым. Ой, с ума сходит он. И рукой, и ногой, смотрите, и лапкой, и хочет достать. Ага. Ну это просто чудо, а. Мавишок наш. Мавишок. Всем добрый вечер, мои дорогие друзья. Давно я с вами не общалась. Что-то какое-то у меня... Ютубу, непонятно что, ну ладно. Смотрите, как красиво я рисую. Я нарисовала, я вам показывала, а сейчас вот вчерашний и сегодняшний рисунок. Мои цветочки завяли, Ашкин спит, Мавиш с ума сходит. Что он творит, друзья мои? Что он творит, наш ребенок? Какой сладкий ребенок. Не говорит. Я вам покажу, что я сегодня приготовила. Я вам профессор Светлана. О, да, друзья мои, о чем бы я хотела поговорить? Здесь телевизор кричит, тут муж храпит, но ничего. Он рано встает, у меня работает уже. Я тоже сегодня с полседьмого на ногах дома сделала йогу, потом с девочками пошла йогу сделала. Сегодня у нас похолодало. Я сидела в куртке, в кофте, в двух майках, в двух штанах. Думала, переоденусь и не смогла. Это вторые носки одела. Занималась, ветер такой был, но мы сделали это. И вот как пришла домой, постирала эту куртку. Думаю, по прогнозам, дожди на этой неделе, на предыдущей. Я сейчас немножко лежу. Ой, как интересно, телевизор, вы видели? Вы видите чудеса? Вселенная выключила телевизор. Насколько правду я сказала? Боже ты мой! Что за чудеса? Что за чудеса? Сам включился. Мистика. Не мистика, а Вселенная меня любит, потому что я правильно живу, правильно все делаю. Люблю очень детей, людей, отношусь хорошо к ним, по-доброму. И вот Мавиш вот разговаривает, когда я с вами разговариваю или с кем-нибудь, он меня всегда сопровождает. Да, Мавиш? Но сам не начинает говорить. И вот сегодня постирала, повозилась. У меня бизнес-партнеры покупают бумаги, работала. В крипте повозилась, сделала для себя много чего. Кстати, мы покупку делали через крипту, биржу. Очень выгодно. Очень-очень выгодно. И еще что хочу вам рассказать. Перейти на кухню, потому что там невозможно. Один храпит, другой щебечет, и никакой у нас диалога у нас с вами не получится. Мы были у родителей, и... Так, друзья мои, мы были у родителей, хорошо провели время. Папа набирается сил с каждым днем.
Я у мамы спросила его положение, она говорит, хорошо, и кушает хорошо, и все. Ну, немножко вот, где он ребра ударил, переломал, в этом месте немножко болит. А так и с дыханием нет проблем. В общем, постепенно-постепенно восстанавливается. Эндер в основном занимался пикником нашим, мангалом. Папа как-то уже у него, видно, нет сил, только командовал. Даже он всегда, когда мы раньше приходили, он всегда хотел сам сделать, замариновать эту курицу, там, крылышки, бедрышки. А в этот раз он мне сказал, ты сделай сама. Ну, подсказывал, что и как. Мы покушали, чай выпили, домой пошли. И тут, уходя, встретили нашу Аблу. Так, хорошо, время провели. Папа с Эндером были на улице, занимались мангалом, а мы с мамой смотрели передачу про разных сплетник. Господи, кто с кем развелся, кто с кем поженился. Мама любит очень эти передачи, и я тоже вовлеклась в этот процесс. Сидела у нее в ногах, она, как всегда, вязала очень много. Ну, о камере я, естественно, не могла ничего говорить, потому что, действительно, мы пришли проведать больного, и это было не то. Папа намаз уже делает. Раньше он так молился, а сейчас уже сидя. Вот что я заметила. А так все хорошо, слава Богу. Жизнь прекрасна. Вот, конечно, когда тепло и настроение есть, но мне есть чем заниматься. 1 февраля начинается мой курс официальный по финансовой грамотности. Я очень довольна, и мне надо сейчас быстренько дорисовать кейс для моей подруги, на здоровье ее. И еще там надо рисовать, короче, и себе надо рисовать, всем рисовать, и вот такие вот дела. А сейчас еще объявили другой курс, специалист, он стоит 1000 с чем-то евро. Я уже не смогла, потому что я недавно, 2 дня назад, купила абонемент по йоге у Кати Гуру на год. Со скидками еще на следующем, с февраля месяца все цены поднимаются полраза, где за год абонемент 7700, сейчас будет 12600. Вот такие дела, столько расходов, столько покупок. Еще я вчера сидела, мой муж мне купил в Каргу, завтра или послезавтра принесет, а может понедельник. Заказала я тушь себе, самую хорошую, сейчас что рекламирует Лореал, покажу вам обязательно. Крема взяла для лица, карандаш там для бровей, 4 или 5 этих взяла. А, знаете, что сыворотку взяла с я не могу произнести, потому что гуалуронка, гуалуроновая кислота, вспомнила. А воскресенье у нас 29 числа, годовщина с девчонками нашего клуба, ну уже год и, наверное, месяц, год или 2 или 3 месяца, уже с счета сбилась, и мы идем с ними на турецкий завтрак в кафе. Вот такие вот у нас планы, сейчас покажу, что я сегодня приготовила. Ой, не говорите, вкуснятину такую. Это так вкусно, ленивые голубцы. Кто-нибудь кушал из вас? Но я вместо риса сделала булгур и много фарша. Вы что думаете, мой муж это не поел? Он сказал, что он наелся в армии. Вот сделал, поел чорбу, и курица у нас была, это поел. А сейчас вместе с вами будем разрезать торт. Вы знаете, из чего я его приготовила? Я хотела сначала приготовить блины. У меня была рисовая мука, думала геркулес есть и приготовлю ПП. И что вы думаете? Я приготовила торт. Я спекла себе один блин, он такой вкусный показался. И я подумала, почему бы нет, положить сухофрукты внутрь, положить яблоки. И это все сейчас я запекла. Тут у меня геркулесовая мука, хлопья я ее измолола, перемолола. Я ее измельчила, рисовая стакан, наверное, все на глаз. 2 яйца, молоко, 1 столовая ложка растительного масла, разрыхлитель, ванилин. И вместо сахара я использовала пикмес. Пикмес, он без сахара готовится, это натуральный, поэтому я решила так сделать. А на дно, значит, форму я смазала сливочным маслом, без этого никак не получилось бы. Выложила яблоки, нарезала,
В общем, у меня шарлотка, не марлотка, а с рисово-геркулесовой мукой. Будем пробовать сейчас. И еще сухофрукты. Абрикос порезала, изюм. И это смешала с тестом. Все вылила. А как разрезала на две части. Это крем, знаете, из чего приготовлен? Из банана охлажденного и какао. И внутри порезала. И внутри еще у меня была клубника замороженная и банан. Вот такой у меня вышел. Ну, не знаю, какой на вкус. Будем пробовать с вами. Вот такой красивый он у меня получился. И яблоки, и сухофрукты. Я не знаю, поест ли мой муж, но я его лично хотела приготовить для себя. Я в последнее время не кушаю хлеб. Много очень занимаюсь спортом. Особенно зумба меня так забирает энергию. Я вчера днем поела и пришла, фрукты, только чай, и больше не кушала. Я такая голодная была с утра, но пообедала борщ мой 100-летний, еще одна порция осталась, и вот эту капусту сделала. Обожаю капусту, так что будем сейчас пробовать с вами. Ну что, будем пробовать аппетитный тортик. Я мужа предупредила, что тут сахара нету и калорий нету. Так хочется быть перед вами красивой, и не получается. Но я извиняюсь, кто-то просит, чтобы я не кушала на камеру. Но как бы как я вам покажу, что он из себя представляет? Кушать можно. Очень вкусно, кстати, знаете, рисовая геркулесовая мука. Просто, конечно, очень вкусная. Знаете, что делает? Вообще можно было пикмесом, но сахара мне достаточно. Я не знаю, мой муж поест или нет. Конечно, он бы захотел сиропа, но пекмес дает свое. Тут и клубничка. Приятного мне аппетита. Ой, чайник сейчас заварю, чаек. Nereye girdi? Buldu bir şey. Ben de çok güzel kavga ettim. Какое сладкое наше развлечение, валерьянка. Я кларнасу. Я знал. Конуш мавиш, мавиш, огринсинка в нушмак. Мавиш. Как больно кусается уже. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.